Давным-давно, 20 столетий до Рождества Христова, жил на земле праведный старец Иов. Был он благочестивым и богобоязненным. Господь послал ему 10 замечательных детей, преданную жену и верных друзей. Жил он во славе, почете и богатстве, и каждый день возносил хвалы Господу за то, что даровал ему такую прекрасную жизнь. Но однажды дьявол поспорил с Господом, что Иов лишь за то возносит Богу хвалы, что тот даровал ему все блага. А если забрать все у Иова, да наслать на него несчастье, то Иов перестанет его прославлять. Тогда Господь, чтоб посрамить дьявола, наслал на праведника Иова тяжелейшие испытания. Иов лишился в один миг не только своих богатств, но и всех своих детей. Но Иов не стал роптать на Бога, а лишь обратился к нему со словами: «Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Но дьявол не успокоился, сказав, что Иов праведен, пока сам невредим. И наслана была на Иова тяжкая болезнь, проказа. Весь он был покрыт ужасными язвами и был вынужден скрыться из города. Но и тогда праведник не согрешил пред Богом ни в чем. После этого Господь благословил Иова, вернул ему здоровье. Богатство его вдвое стало больше. Вместо умерших у Иова родилось снова 10 детей, прекраснее которых и не было на свете. А сам праведник прожил еще 140 лет. Девятнадцатое мая. День памяти праведного Иова Многострадального.